Всем привет! В этом видео мы с вами будем создавать в Фигме сложный градиент. Вот так он выглядит, очень красиво. Что нам для этого нужно? Мы с вами выбираем инструмент квадрат, рисуем из него прямоугольник. Можем нарисовать в произвольной форме, не обязательно прям ровно с тем, как у нас он есть на рисунке. А дальше мы с вами его выбираем. И переходим в раздел «Fill» в настройку цвета. Здесь нам надо с вами выбрать не полную заливку, а градиент. По умолчанию этот градиент идет у нас сверху вниз, от серого к полупрозрачному. Нам с вами нужно его поменять, чтобы он нашел слева направо, справа налево. И тогда у нас переходы будут как раз вертикальными, а не горизонтальными. Последний итоговый квадратик, который у нас справа полупрозрачный, нужно сделать полностью непрозрачным. Для этого вот мы его либо здесь выбираем и внизу увеличиваем непрозрачность до 100. Теперь нам с вами нужно отметить цвета, которые будут на нашем градиенте. Мы это сделаем всего в 3 приема и получим вот такую вот классную яркую картинку с градиентом. Выбираем самый правый квадратик, нажимаем на пипетку и выбираем самый правый цвет на нашем примере, такой рыженький. Выбираем самый левый квадратик на нашей картинке, опять выбираем пипетку и выбираем вот этот вот ярко-фиолетовый какой-то еловый цвет. И последний штрих, чтобы получился вот такой вот классный градиент из нескольких цветов, мы ставим посередине на вот этой линии нашего градиента, наводим стрелочку, у нас появляется квадратик. Мы его там зафиксируем, чтобы это сделать, нажимаем левую клавишу мыши, квадратик зафиксировался, и в правом меню, в настройках он тоже появился, мы можем выбрать для него цвет. Мы выбираем еще раз пипетку и берем цвет, который вот здесь по самому-самому центру, который самый-самый яркий такой голубенький цвет. Нажимаем на него. Видите, градиент всего в 3 приема. Мы выбрали с вами всего 3 цвета. Дальше за счет перемешения цветов получился точно такой же классный, красивый градиент.